Расскажите, что у вас случилось? У нас потоп. Потоп? Где у нас эти? Нет, не у меня, я практически не знаю. Потоп? А кто за это? Вот мы сейчас выясняем. Начиная с шестого этажа. Это здание, извините, памятник архитектуры. Кому оно принадлежит, кто за него отвечает, так до сих пор и неизвестно. Так вот друг другу пинали, в конце концов трубы, извините, как пергамент. И с шестого этажа по нас все пролило. Они это делали опрессовку. Управляющая компания должна была отключить дом на период опрессовки. И в 12 часов здесь рвануло. Пока вызывали, пока что, в течение 4 часов лило здесь. И после этого... Да. И так она до сих пор капает. Сейчас вот пойдем посмотрим туда. Во-первых, все кресла. Кресла все промокли. Костюмы выжимать можно. Декорации залиты, вспухли. Вот это наша вот. Мы ходим, да, мы ходим в воде, да, с вами? Ой. Да, там сейчас. Ну, что, пусть мокрый, вот, все это в воде. Все, выносили компьютер, слава богу, цел, со всей фонограммы это выжило. А пульт световой, все, ну вот он, видите, мокрый, с ним уже сушить, я, ну, смысла не имеет. Звуковая такая же история. С ним текет. О, капает. Все, это просто железо уже. Это... Вы знаете, если сейчас вы сможете вот показать, какой у нас теперь до сих пор бежит, слышите? И, видимо, будет еще долго бежать. Фонари все, это дорогущее все оборудование, все залито. Абсолютно все мокрые кресла. Я думаю, что сейчас еще вся сцена мокрая. Сколько это все сохнуть будет, непонятно. Вообще непонятно. Получается, что сегодня мы вынуждены закрыться. Мы вынуждены закрыться, и поэтому полтора месяца мы не работаем, а там видно будет.